Вот они, последние метры до водопада Лимон. Да, снизу он выглядит массивнее. Боря пошел купаться к водопаду. Не знаю, как у него это там получится. Но тут девочки купаются. Говорят, кто занырнет, тот получит лимон. Или лимон.
Так, ребята, мы возвращаемся назад. Продолжаются наши приключения. Мы возвращаемся назад с большого водопада к маленькому. Сейчас я хочу немножко разведать здесь. Это водопад, втекает еще какая-то речушка. А какой отсюда вид красивый. Это водопад Эль-Лимон, в смысле нижняя его часть. Она течет вот сюда. И в этом месте сюда втекает вот эта река. Еще одна. Вот отсюда она идет. Смотрите, где я. Смотрите, висячие камни, ребята. Такого видео в интернете я не видел. Так что это будем считать первое. А там так интересно. Там горная река еще одна. И они тут соединяются, и вот дальше текут уже две речки, а не одна.
Вот, ребята, стоит транспорт. Нам предстоит обратная дорога к парковке. Но это будет уже легче, потому что сейчас мы будем идти тупо с горы. Да? Как это ты не знаешь? Ну, сейчас чуть-чуть вот отсюда. И потом все время вниз и вниз. Так, ну что вам, ребята, сказать? Я получил больше удовольствия, чем ожидал. Рекомендуется к посещению. Кто захочет посетить водопад Эль-Лимон, тот не пожалеет. Аночка, тебе тоже понравилось, да? Да. Ну вот. Мы много чего видели, много где были. Не так уж, чтобы совсем много, но кое-где были. Да, и мы можем сказать, что хорошо. Самая главная фишка в том, что не только можно посмотреть на него, а еще и искупаться в нем. Я еще раз запустил дрон. Опять же, будет у меня видео. Ну все, больше нет у нас смысла подниматься отдельно в какую-то гору, чтобы вот так вот посмотреть на холмики, да? Вот мы, вот, в принципе, все будет то же самое. Как думаешь, Анна? Море, правда, здесь далеко, океан в смысле. Далеко. Да, я к нему пролетел. Километр на пол я к нему приблизился. Не, метров на 600, на 700 я к нему, пролетел к океану. Дальше не рискнул. Ну, а,
Ну, там вообще 3 метра останется, да? Возле рек, когда. Так, наш друг нас не покидает, сопровождает уже больше половины дороги. Так, я немножко поснимаю еще, ребята, потому что когда мы сюда шли, было более темно. Сейчас вышло солнце. И вот что мы наблюдаем. Пальмы. Сходи с дороги, я сейчас к тебе присоединюсь. Пальмы, 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 пальмы. И Анна стоит под пальмами. Все, пропускаем. Идут туда, да? Все, какой-то не слышишь? Ну, слышу. Вот, ребята, мы и вернулись к началу нашего пути. Первые 3 брода. Получается, в начале пути 3 брода, а в конце пути 1 брод. Итого 4 брода. А? Я не слышу. Не-не, я встал в воду. Что ты, ножки уже охлаждаю. Разгоряченные. Вон люди купаются местные. У них тут пляж. Ты не простудишься, я надеюсь. Так. Рыбки. Мелочь пузатая. Вода чистейшая. Ты думаешь? Правильно. Можешь сфоткать я пару раз? Не хочешь? Вон там на пяточке. Или не надо? Да, вот тропинка сюда идет. Уверен. Так, остался нам последний брод. И мы пришли назад. А собака нас не бросила. Вы видите, ребята? Смотрите.